OMTV.ua. Ми сильні, коли об'єднані. Когда Путин ездит куда-то за границу, с ним ходит отдельный человек, который, грубо говоря, ходит с ним в туалет и собирает все, что Путин там где-то оставляет. Звучит как бред, но по факту это реальность. Объясните, пожалуйста, вашу позицию, Марк Захарович. Да, ну это вообще не секрет, эта информация уже давнишняя очень. Вот. А, между прочим, в 2019 году, в декабре, на саммите нормандского формата, последнем на высшем уровне, который в Париже проводился, эта информация там прозвучала во французской прессе, насколько я понимаю. Ну, со ссылкой на какие-то источники, видно, сами французы слили ее для того, чтобы, в общем, показать, с кем имеют дело. Возможно, я не знаю. На самом деле, девятка, так называемая, которая, девятое управление КГБ, которая, кстати, сопровождала всех, занималась личной охраной, из которого выросло ФСО, то же самое, если честно, да, делала и по отношению к другим генеральным секретарям и так далее, которые ездили за пределы СССР, и это обычная, в общем, была практика. Почему? Ну, понятно, почему, потому что они берегли это все, чтобы не узнали о состоянии здоровья и скорой смерти кого-то из вождей. Поэтому, на самом деле, такое дело, просто они выезжали очень редко. То есть, на самом деле, если вы посмотрите, что Брежнев уже в последние годы, что Черненко, что Андропов, они практически не выезжали. Поэтому и такая проблема не стояла остро. То, что Путин как бы продолжает то же самое, и для этого есть основания, именно разного рода информация, которая появляется в западной прессе о состоянии здоровья Путина, ну, понятно, что потому что все ждут, пока он помрет. То есть, тоже надо понимать, что это не из-за заботы о его здоровье, а чтобы понять вообще, сколько есть времени. Естественно, вот такие сотрудники в ФСО сопровождают Путина и собирают его, значит, даже не знаю как, отходы. Вот. Дело в том, что сам Путин, вы удивитесь, один раз прокомментировал или два раза прокомментировал, но по-другому. Именно это, говоря о том, что якобы западные спецслужбы на территории России собирают биоматериал. Это прям была его цитата, она везде в интернете есть, я ее много раз публиковал. Ну, наверное, под биоматериалом он подразумевал в том числе и свои экскременты, видимо, так. И страх его перед тем, что кто-то узнает и сможет проверить анализ, провести его отходов и узнать о его состоянии здоровья, вот он и движет им, потому что на самом деле просто раньше этого не было замечено, там, в нулевые годы. То есть, когда он был поздоровее, то, по-моему, этого не сильно боялись, вроде бы. То есть, это появилось все-таки, вот, ну, скорее всего, где-то во второй половине десятых годов. Эти сотрудники начали уже вот за ним ходить с этими чемоданчиками. Поэтому, я думаю, просто вот где-то приблизительно с этого момента и у него начались проблемы. Если допустить, что он болен онкологией, то вполне может быть, что действительно ему есть что скрывать. И поэтому вот таким образом предпринимается все его сопровождение, в том числе и в отхожие места. Но тут, по факту, учитывая ранее ту информацию, которую мы уже слышали от международной разведки, там, из источников, что Путин реально очень сильно болен, что ему там остались считанные месяцы, вот, возможно, подтверждению этому есть и то, что президент России Путин не будет проводить ежегодную прямую линию в июне. Кстати, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Хотя в то же время он не уточнил причины такого решения. И еще буквально неделю назад тот же Песков говорил, что прямая линия состоится после Петербургского экономического форума, который запланирован на 15-18 июня. То есть проблем с этим вообще никаких не будет. Но тут читал одну статью. Честно, не вспомню, какой именно человек это прокомментировал, сказал, что в целом доктора не рекомендуют Путину принимать участие в очень длительных конференциях. Собственно, какие-то конференции. То есть это мы можем собирать и понимать, что это все есть подтверждение того, что очень скоро может быть выбор кого-то преемника, как вы считаете?
Ну, что касается длительности, там его пресс-конференции, если вы видели, эти большие, они по 5 что-то часов были. Глупо будет провести их в течение полчаса, да? А чего они боятся? Я не знаю, естественно, вот до конца состояния здоровья, не могу ничего утверждать. Вот, я вполне допускаю, что он действительно болен. Но вы понимаете, вот он сидит, а я бац и упал. Вот. Ну, просто с кресла взял и упал, например. Ну, какой-нибудь там шок, какой-нибудь потеря сознания или там еще, или больно стало, да, там, в течение 5 часов может такое быть, если он действительно чем-то существенным болен, если. Ну, конечно, может быть, потому что, ну, естественно, если это заболевание даже не смертельное, но такое, которое может обнаружить себя, да, за эти 5 часов, то, конечно, естественно, ему ни на какие пресс-конференции врачи не порекомендуют выходить. Я бы сказал так. Но, честно говоря, пока это недостаточное свидетельство, потому что уже не раз всякие вот мероприятия такого рода переносились. И Путин, помните, как долго ожидали его выступления перед Федеральным собранием? Оно переносилось. То есть, здесь может быть ряд причин. Конечно, и та, о которой мы обсуждаем, медицинская сугубо. Но, наверное, могут быть и какие-то другие соображения. То есть, на 100% утверждать, что это связано с его здоровьем, тоже не можем. Потому что, ну, как бы вам сказать, есть все, что свидетельствует о его каких-то существенных недомоганиях. Все есть, да, информация сторонняя, инсайды, ссылки на разведку, как Newsweek писал, или Times, которая ссылалась на мнение одного из олигархов, утверждавшего, у него рак крови. Нету пока внешнего проявления. Нам надо, чтобы он где-то упал. То есть, ну, что-то с ним случилось, чтобы мы могли сказать, ага, ну, вот это оно то самое, значит, точно он болен. А есть ли у него преемник? Я считаю, что никакого преемника у него нет, официального преемника он не назначит, пока, вот, что называется, совсем уже не будет лежать почти в могиле, поэтому, на самом деле, я думаю, это все игры пока. Самый надежный для него преемник – это его дочь, там, Екатерина Тихонова. Кому он еще может доверять? Они же все его по образу и подобию созданы, понимаете? Вот есть свой Берия – это Патрушев. Да, есть свой Хрущев – это Мишустин. Там есть бесцветные фигуры разного рода, разного калибра. Так сказать, от, значит, всяких там Медведевых и тому подобных. Так что, я думаю, до последнего будет интрига. Переходной фигурой будет Мишустин, потому что он 3 месяца по Конституции имеет право в случае чего занимать пост в Рио для проведения выборов президента нового. Это формальная сторона. Естественно, в России ничего формально не делается. Вот. Главное, это что делается практически, что делается непосредственно. А тут пока открытый вопрос, потому что, да, там претендует и группа Мишустина, и группа Патрушева претендует. Медведев развил бурнейшую активность там. Есть Юрий Ковальчук, самый близкий бизнесмен, который общается с Путиным. Он продвигает дочь Екатерины Тихонову, вот ее хотят как-то подымать, но это давно разговор идет. Так что пока, мне кажется, пока нет, это преждевременный вопрос. Что Патрушев имеет свой интерес, действительно, это видно даже по поводу того, как он нашептывает Путину и какую риторику он вообще говорит. Но давайте сейчас еще вернемся немного к здоровью Путина, и потом к Патрушеву еще перейдем, потому что речь ведь не только о здоровье физическом, но и о моральном, потому что если физическое здоровье Путина стало поводом для пытливого анализа в силу политических причин, то его психическое состояние у многих вызывает действительно тревогу на фоне многочисленных угроз Кремля пустить тоже ядерное оружие в ход. Вот неоднократно сообщалось, да, что российский диктатор укрывается в бункере, общаясь либо по видеосвязи, ну, либо с крайне ограниченным числом единомышленников. И известно лишь, что однажды он посетил получивших ранения в Украине военных, находящихся в госпитале. Хотя в тех же соцсетях потом появилось сообщение, что на некоторых фото с этого посещения были замечены ряженые в госпитальные пижамы сотрудники охраны самого президента. Так вот, возможно, одна из причин, почему так скрывается реальная, действительно, ситуация со здоровьем Путина, не только потому что, ну, это как-то не хотят разглашать, но и потому что, если Путина не станет, то резко ситуация не изменится, потому что там, кроме Путина, действительно, есть кому еще что творить, и есть кому, скажем так, давать указы по поводу того, что происходит в Украине для российских военных. Ну вот смотрите, во-первых, он действительно не встречается ни с кем, все оба были ФСОшники, а где их ранения? Скажите, они что, значит, у них насморк, что ли, они там находятся в госпитале? То есть, а потом вот, ну хорошо, помимо вот этих подсадных и постановочных встреч, а вот смотрите, а как он встречается со своими? Вы видели? У него стол на 10 метров, он даже с теми
ну уж кто точно вряд ли может стать источником угрозы, там, типа Лаврова, Шойгу, и тогда он встречается за 10-метровым столом. Так же мы так видели пару-другую раз, даже когда уже с пандемией было закончено. Не говоря уже о западных лидерах, мы тоже это наблюдали, они, собственно, все точно так же сидят за огромным столом с Путиным. Вот. Что касается его ментального здоровья, ну, во-первых, оно может быть связано с физическим, потому что, знаете, если у тебя рак в какой-нибудь терминальной стадии, если, я не знаю, но если, то может и это отражаться на психике определенно тогда, а я помру и всех увезу с собой. Как он сказал, они сдохнут, а мы все в рай. Ну, собственно говоря, в окружении Путина желающих в рай-то отправиться не так уж и много. Не в буквальном смысле, не в чистилище, где уже обеспечен гарантированный билет на спасение, а я имею в виду, в принципе, помирать от термоядерной войны. Поэтому, на самом деле, я считаю, что с уходом Путина, если такое действительно случится, если, то ничего другого, ничего не продолжится. Это невозможно, потому что есть персональный Путин, есть коллективный Путин. Формально коллективным Путиным является окружение, созданное самим Путиным, куда входит и Патрушев, и Медведев, и там, не знаю, Бортников, и все остальные, его коллеги ФСБ России, Шойги, всякие Герасимовые, Дворниковые и так далее. Но они все вместе не в состоянии заместить, собственно, роль Путина, которую он получил эксклюзивно и 20 почти 5 лет, ну, меньше чуть-чуть, четверть века ее эту роль исполняет. Ни один из тех, кто придет вместо Путина после его ухода, не сможет повторить роль персонального Путина. А здесь в этой конструкции невозможно. Без коллективного Путина и персонального Путина невозможно, так сказать, держать ситуацию в балансе и, во всяком случае, продолжать войну. А ради чего будут умирать те, кто находится на фронте, тех, кого туда послали? Ради чего будут страдать под санкциями населения? То есть, тут мотивация может измениться. Ну и плюс, давайте прямо говорить, если Путина не станет, это что, кто-то Запад или Украина будут наблюдать за этим? Да, давайте подождем, не будем на контрнаступление идти, давайте оружие не будем поставить. Надо, чтобы в России все наладилось, чтобы они как-то смогли пройти этот кризисный период, замену Путину, создать условия. Да нет, этим воспользуются все, просто все, от Китая до Вашингтона, от Киева до, я не знаю, Турции, кого угодно, хоть Зимбабве. Все постараются что-то укусить. И в этих условиях ни один из его преемников, вот любого из кого я перечислил, хоть сын Патрушева, хоть дочь Путина, не смогут эту ситуацию удержать. Это невозможно. Уж я не говорю про Медведева какого-нибудь. Понимаете? Никто не будет воспринимать его преемника, поскольку он сам вычистил это политическое поле, окружил себя идиотами, либо мудаками. И это кончится известно чем. Я считаю поражением. Во всяком случае, пойдут быстрее на мирные переговоры и в конечном итоге как-то решат этот вопрос. В поездках Путина сопровождает охранник с особым поручением. Он собирает экскременты президента в специальный чемоданчик и отвозит их на родину. Эта новость, опубликованная на сайте журнала Paris March, взорвала интернет и вызвала бурную реакцию пользователей сети. Почему-то кино вспомнилось «Достояние республики». Интересно, есть ли там карьерная лестница? Ему хоть доплачивают за вредность? Так вот он какой, оказывается, ядерный чемоданчик. Никогда больше не буду жаловаться на свою работу.